край, да? Думаю, да. Ну и наконец-то мы собрались. Поехали. Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, кукушка. Где мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. В бою!
же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем, пока с нами рядом Господь, истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Наша вечная память между нами. Станем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Станем и вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли, кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. Останутся в наших сердцах до конца. Yeah.
участнику большое спасибо за наш побед. Вот. Он для нас значимый. Следующий мы встречаемся на 8 марта. Будем строить либо восьмерку с марта, либо что-нибудь еще. Сейчас подумаем. Соответственно, в Фейсбуке еще какого кругового есть предложение, можете передать. Вам спасибо за пробег. Спасибо. Счастливо.